Владимир Маяковский говорил: «Все работы хороши, выбирай на свой вкус». И ведь действительно, сейчас, в 21 веке, сайты по поиску работ пестрят разнообразием вакансий. Сегодня мы спросим у воронежцев, на какую работу они бы не согласились ни за какие деньги. На какую работу вы бы никогда не согласились в своей жизни? Ну, наверное, какую-нибудь малооплачиваемую, наверное, дворник какой-нибудь. Я, конечно, уважаю такие профессии, но с точки зрения заработка и обеспечивания семьи, я думаю, я бы не пошел на такую профессию. Я не отвечу на этот вопрос. Почему? Жизнь таким образом может повернуться, что на любой согласишься. Я это проходила. Были времена, когда я мыла унитазы, имея инженерное образование. Ну, ничего, выправились. А коллектором пошли бы работать? Наверное, нет. Почему? Такая профессия, мне кажется, немножко грязная. Мне так кажется, что, ну, не совсем правильные вещи иногда делают. Приходится как-то разговаривать с людьми, видеть их какие-то переживания, что у них нехватка денег, например. И, ну, как-то бьет по эмоциональному состоянию. Я бы не пошел на такую профессию, наверное. Явно в «Магнит» не пошла бы на кассу. А в «Пятерочку»? И в «Пятерочку» нет. Такое не люблю. Я бы согласилась на любую работу, если бы это необходимо было. Мне каждая работа, мне кажется, по-своему дорога и хороша. Кассиром. Почему? Ну, много людей, мало платят. Такая неблагодарная работа. А если бы вам там очень много платили? Все равно нет. А если бы 1 000 000 рублей платили? Все равно нет. Шахтером пошли бы? Тоже нет. Клаустрофобия. Угу. Коллектором? Возможно. И за денег пошли бы туда? Нет, ну в целом работа такая нужная. То есть вам нравится выбивать из людей долги? Не выбивать, просто напоминать людям об этом, об их долге. А уборщица? Почему? А, ну не знаю, статус, наверное, не позволит. Ну, может быть, 60 лет бы согласилась. А если вам бы заплатили 1 000 000 рублей? А миллион, вообще согласилась бы, 100%. А еще есть какие-то? Еще какие, на какие бы я не пошла? Ну, те, которые я, например, не знаю, там какая-нибудь бухгалтерия, нотариусы, я в этом вообще ничего не шарю, поэтому нет. В госорганах. Почему? Мне не нравится. Что именно вам там не нравится? Структура. Угу. А если бы вам там платили 1 000 000 рублей в месяц? Тогда бы да. То есть все решают деньги? В любом случае. Шахтером пошли бы? Смотря за какую оплату. 500 000. Да, конечно. Коллектором? Нет. Почему? Вообще ни за какую оплату. Ну, это, я считаю, непристойно. В чем выражается непристойность? Но выбивать с людей долги, у которых их нету. Ну что ж, вот такие интересные результаты опроса у нас получились. А если вы хотите разместить свою вакансию или найти работу прямо сейчас, то заходите в специальный раздел на сайте блокнота.